Вот уголок, где для меня безмолвно протекали часы печальных дум и снов отрадных, часы трудов свободно вдохновенных. Заповедные пушкинские места села Михайловского. В русской литературе с ними связаны прекрасные поэтические страницы. 175 лет минуло со дня рождения великого певца России. В Михайловском все хранит память о Пушкине. Поэт, прозаик, драматург, критик, переводчик, он оставил во всех жанрах литературного творчества высочайшие образцы, непревзойденные до сих пор. Во всесоюзном пушкинском празднике поэзии приняли участие жители Михайловского, гости из многих городов и республик, зарубежные писатели. В этот день здесь на многих языках звучали стихи Пушкина, стихи о нем. Выражением безмерной любви к гению русской литературы стал торжественный вечер в Кремлевском дворце съездов. В президиуме руководители коммунистической партии, известные советские писатели, деятели науки, представители общественности. Вечер открыл первый секретарь правления Союза писателей СССР Георгий Марков. Слово о Пушкине произнес секретарь правления Союза писателей Российской Федерации поэт Василий Федоров. Пушкинский юбилей по решению Всемирного Совета Мира отмечается всем прогрессивным человечеством. Бессмертна муза Александра Сергеевича Пушкина. Вечен его гений, дарящий людям радость. Великий певец свободы и братства, и сегодня наш современник.